читаешь? Что ты все читаешь? Читай. Леди Матрёна, в газетах в последнее время часто пишут, что на эстраде стало много пошлости. Ну, Светочка, на заборах тоже много чего пишут. А что такое пошлость? Ну, как тебе сказать? Пошлость — это когда шутят ниже пояса. Я пояс не ношу, не понимаю я. Ну, гляди, вот до суда шутить можно, а все, что ниже, это уже пошлость. Конкретнее можешь объяснить? Ну, понимаешь, есть такие неприличные части тела, про которые вообще шутить нельзя. У меня все части тела приличные. Есть одна часть, про которую больше всего шутят. Это вот то, на чем ты обычно сидишь. Кресло, что ли? Ты что на кресло кладешь? Подушку. А на подушку? Платочек. Чтобы выше. Ладно. Пойдем более длинным путем. Это бывает с ручкой. Ты? Светочка, ну когда тебя человек раздражает, надоел тебе человек, ты куда его посылаешь? За водкой. Обычно. 90, 60, 90, знаешь? Знаю. Вот вторые 90, это что такое? Юбилей. Ты пойми, что это состоит из двух половинок. Булка черного. Бывает нормальная, бывает огромная. А у тебя маленькая и противная. Здравствуйте, приехали. Догнала. Нет, догнала. Пенсия. Ну, ты что, тормоз, что ли, я не понимаю? Нельзя. Ты что, как отупата? Так нельзя. А ты что, блатуешь? Ты кто такая есть? Объясняю, проще некуда. Как пчелка делает? Вот. Вот это слово начинается на эту букву. Жириновской. Почти угадал, но не то. Вот гляди, когда у нас все плохо, говорит, в стране все плохо. Это знаешь, мы где? В России. Я им тебя ударить могу. Не надо. Надо? Не надо. Надо. Поняла теперь? Поняла. Вот. А что драться-то? Запомни, все, что с этим словом связано, это пошлость. Про это шутить нельзя. Погоди. Что? Я вот недавно смотрел один американский боевик. А. Так там переводчик все время говорил это слово. Эй, ты чувак, ты это слово. Ты пошел ты в это слово. Дай ты сейчас слово за слово. Одним словом поверь мне на слово. Это что? Я как вот дальше дом сижу. Что-то слышу. Кошечка пришла. Тоже подумала кошечка. Я ловлю молока налила, пойду, говорю, кошечки-то там. Захожу, ба, а это по телевизору в ток-шоу матерятся. Ой, смотри, разве не пошлость, а? Матом пищать. Нет, Светочка, это не пошлость. Это жизнь, это естественно. А то, что естественно, это не пошло. Это естественно? Ну, естественно. Почему тогда на сцене пошлость, а по телевизору нет? Чё, откуда я знаю? Чё ты ко мне привязалась? А кто знать-то? Давай у кого-нибудь умного спросим, может быть. Вот. Парень молодой. Вот, мужчина, иди к сюда. Парень молодой. Иди к сюда, миленькая. Вот хороший какой батюшка. Вот хорошенький. Покажи нам пошлость. Ну что, вы в своем уме? Что вы такое говорите? Это же нельзя, то, что вы говорите. Это пошлость, то, что вы вот говорите. Погоди, понимаешь, мы с подругой, вот женщина худенькая у меня, мы хотим понять, почему пишут, что эстрада пошлая. Потому что вы шутите о том, я даже не могу назвать это слово, вы шутите о том, чем занимаются мужчина с женщиной ночью под одеялом. Деньги считаешь? Ну, если больше делать нечего, конечно, можно и деньги посчитать. Но я имею, в принципе, в виду совсем другое. В принципе, этим занимаются все. Налоги не платят. Налоги — это на букву «Н», понимаете? Ага. А это слово на букву... на букву «С». На «С», на «С», на «С». На «С». На «С», на «С». Вот
что происходит между мужем и женой, на букву С. Скандал! Конечно! Бабушка, ага. Ну вот вы попытайтесь вспомнить себя 50 лет тому назад. Ну я вижу, вспомнили, да? Вспомнили. Так вот, вот чего от вас хотели все мужчины 50 лет тому назад на букву С? Самогонку. Ну это же элементарно. Это слово еще возбуждает всех мужчин. Спирт. Точно. Спирт. Он как увидит, так как трясут, так и хвост обьется. Но этим еще занимаются представительницы древнейшей профессии. А, за деньги. Журналисты сплетни пишут. Вот. Ну, судя по вашему возрасту, у вас этого уже давно нет. Скорее всего, не предвидится, вряд ли когда-нибудь будет. Но вы об этом очень жалеете. Батюшки, неужели Советский Союз? В Советском Союзе считалось, что этого нет. Совести. Вот. Ага. Но это еще бывает по телефону. Сеть недоступна. Но этого хотят все. Все на планете. Люди, звери, насекомые. Жрать! Нет! Что ты виноват? Какой ты? А что я просто спросил? Давай возьмем помощь зала. Давай попробуем. Аккуратно, упрямься, упрямься. Товарищи, кошмар какой-то, правда, товарищи? Все, мы не надо, не надо. Не надо помощи зала. Не надо. Я готов назвать это слово. Готов. Это слово? Секс. А. Про секс на эстраде шутить нельзя. Потому что эротика, секс — это плохо. Ну, знаешь, сынок, может, у тебя и плохо. Но... А что тут плохого? Ну как вы не понимаете, что секс, эротика, это противно, мерзко, это пошло. Если сам в этом не принимаешь участие. Поняла. Знаешь, пошлость это то, что находится ниже пояса. Да. Да. Тогда непонятно, почему в некоторых программах откровенно говорят про то, про это, а потом уже подробно показывают, как нужно делать то, о чем мы знать вообще говорить нельзя. Это как потом называть, да? А это что? Правда. А как это вот боевики, вот эти марокканские, убийцы, насильники, извращенцы одни? Это что такое? А ток-шоу, разве ток-шоу? Это цыплячий двор какой-то. Пи-пи-пи-пи-пи, да ты сама пи-пи-пи-пи-пи, да я тебе пи-пи-пи, да пошла ты. А в газетах что пишут, а? Гляди. Я на ему не изнасиловала трактор. Это что? И после этого они обвиняют эстраду в пошлости? Да мы по сравнению невинны с ними-то. Ну? Да, о, да они нас беречь должны. Мы же людям радость приносим. Конечно. А пошлости нам и в жизни, о как, хватает. А что такое пошлость, это если шутишь ниже пояса про это? В Думе матерятся депутаты. Это получается, что мы их научили. Это мы с тобою виноваты. Если мы увидим, как с экрана непристойности текут рекою, это